Warner Premiere представляет. Производство Premium Entertainment. При содействии Valkyria Films. Фильм Рона Оливера. Роберт Вагнер. Максвелл Перри Коттон. Джордж Ньюберн. Ким Шрейнер. Джек Ноузворти. Чина Энн Маклейл. Хейтси Хейтс. Айзак Дурнфорд. Мэри Матико. Джейк Билл. А также Годфри и Лузи Флетчер. Композиторы Питер Аллен и Джеймс Ковелл. Оператор Ким Майлз. Продюсер Стивен Джей Вульф. Мистер Уилсон! Деннис! Что случилось, Джордж? Приснился сон. Это был не сон, Марта. Это был кошмар. Кошмар. Деннис Мучитель. Рождество. Автор сценария Кэтлин Лачинолли. Режиссер Рон Оливер. Эй, Митчелл, клевый велик. Где ты его откопал? На свалке? Как насчет гонки, ты и я? Кто последний доедет до школы, проиграл. Думаю, это будешь ты, неудачник. Неудачник! Ну, подожди, Джек Брэтчер. Когда-нибудь я у тебя выиграю. Конкурс на лучший пирог. Превзойдите победителя прошлого года. Это стоит 50 центов, Генри Митчелл. А скидка для мужа? Не сегодня. Где Деннис? За кулисами с остальными детьми. Нас ждет настоящее шоу. Надеюсь, нет. Ладно, расслабься. Все будет хорошо. Ему всего-то нужно сказать свои слова и уйти со сцены с остальными детьми. Что может пойти не так? Мистер Индейка, как мистер Уилсон? Как ваши дела? Он не выглядит счастливым. Как бы он ни выглядел, держитесь от него подальше. У меня аллергия на перья индейки. Привет. Стоп.
А ты кого у нас играешь? Запеканку из зеленой фасоли. Что это за запах? Чем это пахнет? У меня духи с запахом клюквы. Последний писк в Париже. Мальчишки такие недалекие. Разве это не прелестно, Джордж? Джордж? Джордж, я могла и сама принести мой пирог. Глупости, Марта. Джордж, тебе надо все это забыть. Деннис Митчелл просто маленький мальчик. Да, ураган тоже, просто ураган. Джордж, Деннис все время будет на сцене, а ты все время будешь в зрительном зале. Что может пойти не так? Я понимаю, мистер Брэтчер, но у меня много детей участвуют в шоу. Но у вас только один Джек Брэтчер, и я хочу, чтобы он стоял в самом центре, на переднем плане. Прошу вас. Можно? Я сделаю все возможное. Шоу начинается. Ну что, дети, готовы? Слушай меня, когда ты выйдешь на сцену, мне плевать, если ты толкнешь кого-нибудь, но ты должен быть впереди. Ты понял меня? Да, папа. И не забудь слова. Я не хочу, чтобы люди думали, что я плохой отец. Дай пять. Попался. Эй, придурок! Деннис, думаю, это он тебе. Да, я к тебе обращаюсь, слизняк. Хорошо сегодня погоняли, неудачник. Я не неудачник. Да ладно. Тогда почему же я тебя сегодня победил, а? Потому что ты и есть неудачник. Да, я попрошу у Санты новый велик на Рождество, и тогда жизнь в этом городе круто изменится. Неужели? Рождество — это так тупо. Тупо. Ты сказал слово на «Т». Спасибо, Мэрл, спасибо. Спасибо, Мэрл. Спасибо. Мэрл, ну хватит. Как вы все оказались в моем офисе? Спасибо. Спасибо вам всем за то, что сегодня пришли. От имени учителей и учеников начальной школы имени Франклина я хочу поприветствовать вас всех на празднике Дня Благодарения, на распродаже домашней выпечки и конкурсе на лучший пирог. Я с нетерпением жду момента, когда смогу попробовать прелести наших дам. Ну... Мы начинаем особенный урок истории, который проведут первоклассники миссис Уолш Мелман. Они покажут нам свою версию возникновения Дня Благодарения. И сейчас, без лишних церемоний, мы приступим к этому. Что случилось, мистер Индейка? Хотите пить? Первоклассники, их история Дня Благодарения. Дети очень долго готовились. Я уверен, что нас ожидает настоящее зрелище. Я полагаю, что это будет очень-очень интересно. Где Деннис? А также специальный гость. Я сейчас вернусь. Скажу только одно, вы будете в восторге. Итак, пилигримы и их новые друзья, коренные американцы, разделили урожай и положили начало традиции, которая живет до сих пор. Традицию Дня Благодарения. Вот, держи. Традиция Дня Благодарения. Ой. У меня аллергия на перья индейки. Отойдите от меня.
Я же говорил тебе, что что-то пойдет не так. Уходим отсюда. Эй, не стой там! Начинай войну! Кидаемся едой! Может, это часть представления? Не останавливайся, Марта. Только не останавливайся. Генри, сделай что-нибудь. Хорошо. Сюда, сюда. Я не это имела в виду. Иди к Деннису. Ладно. Я ранен. Деннис Митчелл. Думаю, нам удалось. Упс. Джордж? Джордж, ты в порядке, дорогой? Мой яблочно-персиковый пирог испорчен. Деннис! Еще одно. Если вы думаете, что моя страховая компания оплатит эту катастрофу, вы сумасшедший. Но, мистер Братчер, вы же продали нам страховой полис, да? Посмотрите на этот хвостун. Написано мелким шрифтом. Пункт о Деннисе? Он освобождает мою компанию от ответственности в случае любого бедствия, вызванного Деннисом Митчеллом. Мне жаль, но это правда. После несчастного случая в детском саду они добавили к договору пункт о Деннисе. Это, к сожалению, так. Но это нелепо. Ему всего 6 лет. И слава богу, что 6. Вы были такими же в детстве. Всегда находили только неприятности. А ваши родители должны были все это расхлебывать. И несмотря ни на что, ля-ля-ля, абсолютно беззаботные. И что же теперь случилось? Что же случилось? Да, яблочко от яблони недалеко падает. Пункт о Деннисе. Простите. Но я не хотел, чтобы так произошло. Индейка хотела пить. Деннис, тебе пора нести ответственность за твои ситуации. Я все отработаю, обещаю. Я могу помыть окна? Нет. Извините. Помыть посуду? Нет. Папа, может, я помогу тебе менять масло в машине? Нет! Я пойду попью воды. Мы поговорим об этом позже, хорошо? Да, все не очень хорошо, Элис. Почти как катастрофа на Хэллоуин. Это была вина не только Денниса. Им не следовало вешать тыквы так высоко. Да, и на Рождество остается не так много денег. Ну, в торговые центры требуются люди. О, Элис. Они ищут упаковщика подарков. А у меня всегда хорошо получались бантики. Ты не будешь этим заниматься. Но это временно, только чтобы пережить праздники. У Денниса будут каникулы в школе. Я позвоню папе. Он любит проводить время с внуком. Я думал, что он карабкается на Килиманджаро. Он должен вернуться в воскресенье. Что ж, думаю, у нас нет выбора. Кто мог откладывать на непредвиденные расходы озорного ребенка? Дорогой, он еще маленький. Он перерастет это. Будем надеяться.
Раф, что же мне делать? Ну, я здесь. Что теперь? Вот что я хочу. Салон красоты Razzle Dazzle с сверкающими приспособлениями и автоматическим изменением цвета. Какой красивый. А ты что хочешь, Джои? Я хочу, чтобы к Рождеству выпал снег. Мама говорит, что снега на Рождество не было уже 30 лет из-за глобального потепления. Ух ты! Круто! Гоночный велик. Ух ты! Он грандиозный. Смотрите, кто это, мистер Слизняк и его слизнячки. Исчезни, Джек. Заставь меня. Может, и заставлю. Сначала поймай меня. Это будет слишком просто. Да ладно, Митчелл. Ты такой медленный, что не поймал бы даже снежинку во время снегопада. Да, подожди до Рождества. Тогда ты проиграешь. Ты бросаешь мне вызов, Митчелл. Хорошо, будет тебе гонка. Ты и я. На Рождество. Конечно, если ты не струсишь. Тебе конец, Джек Братчер. Ты продуешь. Ты не выиграешь, Деннис. Да, все знают, что у Джека самый быстрый велик в школе. Не волнуйтесь, ребята, дело в шляпе. Все, что мне надо, это немного помощи от Санта-Клауса. Сообщение. Дорогой Санта, в этом году я был очень хорошим мальчиком. Пожалуйста, пришли мне красный гоночный велосипед со звонком. С любовью, Дэн. Пойдем, дорогой, время для лотереи Санты. Спасибо всем, кто пришел опять в этом году. Все знают, что делать, да? Давайте, передавайте. Так, эй, Генри, как думаешь, вытянешь немного снега из этой шапки? Надеюсь. Снега на Рождество не было уже сколько лет? 30 лет! Да ладно вам. То, что на улице нет снега, не значит, что в наших сердцах не может быть немного Рождества, да? Вытягивай имя, получай подарок и немного рождественского настроения. Только не подглядывать. Мистер Уилсон, круто! Джордж, какие красивые огоньки в этом году. Иди посмотри. Я видел огоньки, Марта. Каждый год я вижу огоньки. Ну, может, хоть в этом году мы могли бы... Нет, нет. Парочку маленьких красных и еще зеленых вокруг крыльца. Ты знаешь, что я об этом думаю. Позорный капитализм в худшем проявлении. И еще трата электричества. Да, дорогой. Я пойду посмотрю свои марки. Да, дорогой. Хорошо тебе провести время. Thank you.
Хорошо, пока что у нас есть подарки. Рождественская елка, печенье и огоньки. Кто назовет еще один предмет, который передает дух Рождества? Деннис? Да, миссис Волш Мелман. У тебя есть пятый предмет для нашего списка о духе Рождества. Есть или нет? Это просто Санта-Клаус. Очень хорошо, Деннис. Это Санта-Клаус. Ну что, теперь ты счастлива, что мы вышли на прогулку? Наверное. Но... Но? Как жаль, что нет снега. Марта, ты же знаешь, что снега на Рождество не было здесь уже 30 лет. Знаю, но без снега нет ощущения Рождества. По-моему, хорошо так, как есть. Свежий воздух, покой, тишина. О, нет. Что? Пойдем, дорогая. Мистер Уилсон! Мистер Уилсон! Мистер Уилсон! Привет, дорогой. Джордж, поздоровайся с Деннисом. Деннис! Вы знаете, какой сегодня день? Начались рождественские каникулы. Целых две недели не ходить в школу. Замечательно. А вы ждете Рождество, мистер Уилсон? Ну, вообще-то... Ты ждешь Рождество, дорогой? Еще как. Это мой любимый праздник. Вы уже составили список рождественских подарков, мистер Уилсон? Вообще-то... А ты уже составил, Деннис? Да. И там только одна вещь. И знаете, что это? Боюсь спросить. Гоночный велосипед. Тогда я буду самым быстрым мальчиком в городе. И я был послушным ребенком в этом году. Думаю, я заслужил. Джордж. А вы, мистер Уилсон, что хотите на Рождество? Ну... Ты знаешь, дорогой мистер Уилсон не очень любит Рождество. Еще со времен, когда был почтальоном. Каждый год я надрывал спину, доставляя эти тупые письма Санта-Клаусу. Вы сказали слово на «Т». Джордж, не говори «тупые», это некрасиво. Извини, но Рождество — это один позорный капитализм. Извини, Деннис, нам уже надо идти. Желаю хорошо встретить праздник. Это будет труднее, чем я думал. Что ты имеешь в виду? Нет другого пути из Танзании. Три дня на яке. Мне надо идти. Я что-нибудь придумаю. Мне надо идти. Да, я тебя тоже люблю. Пока. Дедушки не будет. Никогда не проси того, кто карабкается на Килиманджаро, посидеть с ребенком. Как насчет сиделки? А, да. Хорошо. Каков план «Б»? Я точно смогу здесь найти что-нибудь в подарок мистеру Уилсону на Рождество. Пожалуйста, Деннис, не сегодня. Просто оставайся со мной, хорошо? Мама! Это слишком много. Слишком. У меня было 4 Санты за последнюю неделю. Все они уволились через 15 минут работы. Поэтому, если вы не справитесь, мне придется закрыть все это. Можете на меня рассчитывать. Это не просто работа, это что-то... То, что я должен сделать. Если я могу дать хотя бы одному человеку дух Рождества, тогда... Прекрасно. Не возражаете, если мы сделаем примерку? Мистер Соус? Сусе. Не Соус, Сусе. О, миссис Митчелл, как хорошо, что вы с нами. Спасибо. Извините, не смогла найти сиделку. Папа говорит, мы внесены в черный список. Правда, как интересно. Миссис Митчелл, вас ждут возле упаковочного стола. Я подойду через секунду. Идите, идите. Идите, идите. Так, Роберт, по поводу примерки. Да? Как вы это сделали? Люблю быть подготовленным. Упаковка подарков. Сиди здесь, хорошо? Oh,
Сиди здесь, дорогой. И, пожалуйста, не ищи неприятностей. Успокойся, мама. Все будет хорошо. А это я заберу. Спасибо. С Рождеством! Кто следующий? Здорово, спасибо. Вы очень милы. Да, это мой сын. Какой очаровательный. Спасибо, увидимся позже. С Рождеством! Номер 36. Ну, давно пора. Счастливого Рождества! Как оно может быть счастливым без снега? Говорят, снега на Рождество здесь не было уже 30 лет, я знаю. Это так ненормально. Рождество без снега. Ненормально. Что ты делаешь? Деннис. Деннис. Ух ты! Смотрите, что вы наделали. Поднимите меня. Боже мой, что здесь происходит, черт побери! Этот гадкий маленький мальчик схватил меня за мое интимное место. Понимаете? Мадам, пожалуйста. Дорогой, пора идти. Какой мальчик? Этот вон там. Он был там. Я уверен, он был там. Да уж, это будет... долгое Рождество. Посмотрите на эту. Я нашел. Я действительно нашел. Марта. Марта, я нашел. Марка, 1954-го... Элис, конечно же, мы посидим с Деннисом. Что? Я бы никогда не попросила, но я в отчаянии. Не волнуйся, мы будем только рады. Что? Спасибо вам большое, я буду дома в 5:30. Привет, мистер Уилсон. Похоже, я ваш новый сосед. Что? Ничего. А чего ты так на меня смотришь? Просто так. А вот интересно, чем может увлекаться такой человек, как вы? Я увлекаюсь чтением этой газеты. Вот, видишь? Я имею в виду что-то вроде хобби или подарок, который вы бы хотели. Мое хобби — чтение газеты. А в подарок я хотел бы тишину. Если можно. Ну, я ухожу. Куда? Куда ты уходишь? Мне надо кое-что купить, дорогой. Ты оставляешь меня с... Джордж. Оставляешь одного. Ну, если ты хочешь поужинать сегодня, то да. Деннис, у меня осталось 3 карандаша с твоего прошлого посещения. Спасибо. Не за что. Мальчики, ведите себя хорошо. Я скоро вернусь. Теперь что? Я не знаю, что рисовать. Может быть, напишешь письмо Санта-Клаусу? И пошлешь? Я уже послал ему имейл. Тогда разукрась что-нибудь.
тоже нарисовать. Должно же быть что-нибудь, что мистер Уилсон хочет получить на Рождество. И я это найду. Но надо отправить много писем. Я дома. Джордж. Я просто читаю газету, Марта. А где Деннис? Пошел куда-то со своими карандашами. Но его карандаши здесь, дорогой. Деннис. Деннис? Деннис, где ты, дорогой? О, боже. О, нет. Привет. Хорошие новости, мистер Уилсон. Ваши письма готовы к отправке. Мои марки. Дорогой, помню, у тебя давление. Посмотрите на это. Мистер Уилсон, что с вашим лицом? Деннис! Чтобы ноги его не было в моем доме, чтобы он даже ко мне не приближался! Конечно, мистер Уилсон. Прочь, прочь! Мы вам все возместим. Хорошо, спокойной вам ночи. Извините еще раз. Алло? 10 000 долларов. За марки? Да, это была коллекция. Очевидно, много старинных марок. Разве они не застрахованы? В страховке есть пункт о Деннисе. Что же нам делать? У нас нет столько денег. Сейчас Рождество. А как же подарки? Деннис так хочет этот гоночный велосипед. Мы что-нибудь придумаем. Все будет хорошо. Деннис. Деннис. Деннис, сынок, что ты делаешь? Что? Ну, я думала, если я узнаю, какой подарок хочет мистер Уилсон на Рождество, он не будет так злиться. Но даже если бы я узнал это, у меня нет денег, чтобы купить ему что-нибудь. Деннис, в этом-то и прелесть Рождества. Дело ведь не в деньгах. Рождество — это доброта. И еще желание совершить хорошие поступки. Понимаешь? Главное, это не подарок, а внимание. Рождество — это семья, друзья и любовь. Думаю, папа хочет сказать, что иногда лучшие подарки не купишь за деньги. Я люблю тебя, Элис. Я люблю тебя, Генри. Эй, я же в комнате. Подумай хорошенечко. Ты что-нибудь придумаешь, я уверен в этом. Как думаешь, Раф, что же такого очень нужного мне подарить на Рождество мистеру Уилсону? Думал. Я подарю мистеру Уилсону дух Рождества. Дух Рождества, список.
Первое — подарки. Второе — рождественская елка. Третье — печенье. Четвертое — огоньки. Пятое — Санта-Клаус. Первое — подарки. Эй, мистер Уилсон! Привет, Деннис. А что вы делаете? Я иду в магазин за марками. Один. А я думал, может, вы идете за подарком для миссис Уилсон. Ну, знаете, на Рождество. Мы с миссис Уилсон не обмениваемся рождественскими подарками уже много лет. А я думала, миссис Уилсон любит Рождество. Она любит Рождество, но не любит подарки. Вы в этом уверены? Ну, она никогда так прямо не говорила об этом, но... Тогда откуда вы знаете? Ненавижу магазины, особенно во время праздников. Толпы народа, шум этот... Ужасный шум рождественских песен. Как при всем этом можно вообще думать? Ничего страшного. Я привел подмогу. Что? Здрасте, мистер Уилсон! Пойдемте, мистер Уилсон. Мы вам поможем. Вот видите, мистер Уилсон, я же говорил, мы вам поможем. Ну что ж, Марте будет очень приятно. Вот, держите, мистер Уилсон. Осторожно, мистер Уилсон. Не нужно волноваться за меня, Деннис. В молодости я был танцором. Дважды чемпион региональных соревнований по чечетке. Вот он. Что? Гоночный велик. Велосипед? Он грандиозный. Ты хоть знаешь, что означает это слово? Эй, Митчелл, готов продуть на Рождество? Неудачник! Какой ужасный маленький мальчик. Мистер Уилсон, вы уронили подарок. Мистер Уилсон, вы же сказали, что умеете танцевать. Ненавижу Рождество. Да, дорогой. Спасибо, что поделилась с нами, Кони. У нас новый член сегодня. Давайте все ее поприветствуем. Прошу. Здравствуйте. Меня зовут Элис. И у меня очень энергичный ребенок. Привет, Элис. Сегодня 7 часов собрания матери энергичных детей, группа поддержки. Дух Рождества, список. Подарки, плохая идея, рождественская елка, печенье, огоньки, Санта-Клаус. Второе, рождественская елка. Как же нам повезло. Нам нужна была елка для мистера Уилсона. И тут мы находим ее прямо возле дороги. Сегодня тебе везет. Он будет так удивлен, когда приедет домой из больницы. Эта елка грязная. Это называется природа, Маргарет. Это называется гадость. Закрыто. Открыто. Супер. Хорошо. Направьте елку в мою сторону. На счет три. Один. Два. Три. Три.
Здесь рождественская елка. Кража рождественского дерева, 10:30 вечера. Спрингфилд, полиция. Это он, это тот человек, Джордж Уилсон. Вы арестованы за кражу рождественского дерева. Я выгружал елку из машины. Мы пошли домой взять кое-что, а когда вернулись, то она пропала. Да, она пропала. Вы имеете право хранить молчание. Все, что вы скажете, может быть использовано против вас в суде. Вы имеете право на адвоката. Я не брал вашу елку. Я видел, как дети тащили ее в ваш дом. Вы зачинщик! Не волнуйся, дорогой. Я заплачу за тебя залог. Деннис! Эй, Митчелл! Здравствуйте, мистер Братчер. Как поживаете? Отлично. Я только что продал еще 5 страховых полисов. И все с пунктом о Деннисе. Ваш ребенок сделает меня богатым. Неудачник. Третье. Печенье. С мистером Уилсоном все в порядке? Да, дорогой. У него просто была тяжелая ночь в тюрьме, вот и все. Деннис, я очень быстро сбегаю в аптеку, пока мистер Уилсон не проснулся. И куплю ему лекарства. Пообещай мне, что останешься прямо здесь с ним, пока я не вернусь. Обещаю. Очень хорошо, дорогой. Я скоро вернусь. Время печь печенье. Чего-то не хватает. Мистер Уилсон, я кое-что тут для вас приготовил. Выглядит вкусно. Но миссис Уилсон не разрешает мне есть печенье из-за моего давления. Ни одного? Ну, может быть, только одно. Все-таки это Рождество. Деннис, ты должен рассказать доктору в точности, что ты положил в эти печенья. А мистер Уилсон поправится? Да, дорогой, с ним все будет в порядке, ему только промоют желудок. Деннис! Четвертое. Огоньки. Эй, Митчелл, я жду тебя, неудачник! И почему он такой задира? Вероятно, он еще не познал самого себя. Это у него в крови, как музыкальный талант или редкая красота. Мой папа говорит, что люди бывают задирами, потому что не получают достаточно любви дома. Им просто нужно больше терпения, поддержки и доброты от общества, чтобы измениться. Какая ерунда! Хорошо, это последнее. Готовы, ребята? Приготовились! Прыжок! Замечательно. Когда мистер Уилсон вернется из больницы, он будет так счастлив. Да, что может пойти не так?
Осторожно, дорогой, спасибо. Благодарю вас. Пойдем домой, я приготовлю тебе чашку вкусного бульона. Посмотри на огоньки. Джордж, не забываю тебе давление. Мне ужасно жаль, мистер Уилсон. Мы за все заплатим. Только не волнуйтесь, мы заплатим за все. Как-нибудь. Хорошо? О, боже. Ну и насколько все плохо? Тебе лучше не знать. А сейчас расслабьтесь и насладитесь фильмом «Дети из ада». Мы вернемся к фильму «Дурное семя» после новостей. И прямо сейчас ребенок Розмари. Может, лучше почитаем? Да, почитаем. Непослушные, отважные дети сегодня. Санта-Клаус. Эй, слизняк, наслаждайся каноном Рождества, потому что завтра ты проиграешь. Надеюсь, ты поставишь этого придурка на место Денис Митчелл. Это не важно. Почему? Завтра Рождество. И последний пункт в моем списке подарков для мистера Уилсона – это Санта-Клаус. Как же я его найду? Может, пойдем поиграем с нами в мяч? Хоть отвлечешься. Счастливого Рождества! Счастливого! Здравствуйте. Нет, спасибо. Вы идите. Увидимся позже. Привет! Эй, как жизнь? Счастливого Рождества! Вы Санта из торгового центра, да? Был. Меня выгнали. А что вы делаете здесь? Ты что, не видишь? Я пытаюсь распространить дух Рождества. Если бы я внушил его хотя бы одному человеку, хотя бы одному. Может, вы поможете моему другу Джои? Он так хочет снега на Рождество. Снега? Ну, старик, здесь не было снега на Рождество уже 30 лет. Ты должен положить доллар в эту корзину. Минутку, что вы сказали? Я сказал, что ты должен положить доллар в эту корзину. Нет, до этого вы сказали «дух Рождества». Да, правильно, я должен... Вам надо внушить его кому-нибудь. Точно. Знаете что, Санта? Я знаю такого человека. Марта! Марта, что происходит? Я просто хотела растопить камин. Из-за дыры в стене в комнате такой сквозняк. Наверное, что-то застряло в трубе. Что? Черт возьми, что там происходит? Что ты там делаешь? О, мистер Уинстон! Слезай с моей крыши, идиот! Моя фамилия Уилсон! Сюрприз, мистер Уилсон! Деннис, мне следовало догадаться, что здесь замешан ты. Правильно, я ваш тайный Санта. Ты мой кто? Ваш тайный Санта! А ты там помалкивай! Слезай! Что случилось, Джордж? Это Санта-Клаус. Я нашел его в парке и привел его, чтобы мистер Уилсон почувствовал дух Рождества. Как мило. Ты нашел его в парке и привел ко мне домой. С Рождеством, мистер Уилсон. Да, с Рождеством, мистер Уинстон. Я Уилсон. Вы уже почувствовали дух Рождества? Мне нужна помощь. Пойдем, Санта.
Дайте мне передохнуть. Я пытался распространить дух. Да, понятно. Дух есть в машину. Может быть, мы все уладим? Мы все уладим в участке. Машину. Осторожней, шапка. Джордж, дорогой, тут к тебе пришли. Я оставлю вас, мальчики, наедине. Мистер Уилсон. Что теперь? Я пришел попросить прощения за все. Вот, я нарисовал для вас открытку. Держись подальше отсюда, держись подальше от моей жены, от моего дома и от меня. Но мистер Уилсон... Не произноси мое имя, забудь, что когда-то знал меня. От тебя только одни неприятности, Деннис Митчелл. Ты не Митчелл, ты мучитель. Теперь уходи, я больше никогда не хочу тебя видеть. Никогда. И еще одно. Санта-Клауса не существует. Вы были у меня в списке хороших людей. Я приготовил вам игрушки. Теперь вы в списке плохих людей. Угадайте, кто был непослушным? Вы оба. Не волнуйся, Санта, мы вернем тебя на Северный полюс вовремя. Тормози, Стэнский. Тормози. Мы потеряли Санта-Клауса. Счастливого всем Рождества. Ну, Рождество только во вторник, мэм. Но нам оно нужно сейчас. Так давайте его устроим, Нора и Тоу Патрик. Я хотела выплатить вам зарплату. Ни слова об этом, мэм. Вы же знаете, что мы бы не оставили вас. Это не драгоценности, и Тоу. Но я уверена, что сейчас время дороже любых украшений. Да-да, Марта, я иду. Иду. Не бойтесь, я здесь, чтобы помочь вам, мистер Уилсон. Что? Что? Это мое ведерко для льда. Да, извините. Так и знал, что нужно было крылья поменьше брать. Но знаете, как бывает. Торопитесь, выбегаете из двери и хватаете все подряд. Подождите. Вы тот придурок, который застрял в моей трубе сегодня. Ну, можете называть меня придурком, если хотите, но я предпочитаю Боб. Боб, придурок, или как бы тебя ни звали, я звоню в полицию. Как ты... Мне что, придется объяснять тебе, Джорджи? Давай, костюм, крылья, Рождество. Ну, дает. Да, думаю, что это тоже была для тебя ценная вещь. Извини, красивая лампа. Ты ангел? Не совсем. Больше, ну, в общем, такой дух Рождества. Ой, чуть-чуть не упала. Ты дух? Значит, я умер. Это он сделал со мной. Это Деннис. Это он меня добил. Нет, 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 что ты? Что ты? Ты не умер. Ну, по крайней мере, не в прямом смысле этого слова. Что это еще значит? Давай я тебе покажу. Я с тобой никуда не пойду. Но, Джорджи, хорошо. Я пойду. Только чтобы ты ушел. Вот, из моего дома. Мне подходит. Держись. Зачем? Что это? Уху! Эй, мы неплохо летим. Правда? Я никогда не мог понять, что и как. Что? Ну, как это происходит?
Устройте себе Рождество, и пусть ваше сердце наполнится светом. С этого момента все ваши проблемы пусть останутся позади. Где мы? Мистер Ньюман, мистер Ньюман! Это же... Господи! Это же я! Мистер Ньюман! Вы были таким симпатичным ребенком. Что случилось? О, Джорджи! Смотрите, мистер Ньюман, в моих комиксах есть картинка. Замечательная удочка, Фредди. Да, правда отличная. Это та, о которой я вам рассказывал. Я отослал картинку Санте, и он будет точно знать, что я хочу. Уверен, он ждет, не дождется. Чего только не сделаешь для соседей. Он был очень терпеливым человеком. Правда. Хорошие новости из Голливуда. Маленькая девочка с ямочками на щеках и блеском в глазах, мисс Джун Эллисон, звезда. Миссис Ньюман оставила тебе карандаши и бумагу. Она вот-вот вернется с рынка. Здорово. Думаю, я поработаю над письмом для Санты. Прекрасно. И не влезай в неприятности, пока твоя мама не вернется с работы. Конечно, мистер Ньюман. Иди, иди. Нет, это не то. Мистер Ньюман. Да. У вас есть марки? Ну, где-то есть. Супер-пупер. Куда это вы направились? Я помню этот момент. Боже! Зачем мистер Ньюман поставил все эти лодки сюда? Лучше отнесу их туда, где им место. Нет, 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 нет. Нет, не делай этого. Не делай! Не делай этого! Он не слышит нас. Да уж, это нехорошо. Я должен это остановить. Мистер Ньюман, идите наверх сейчас же. Я же сказал, он тебя не слышит. Мистер Ньюман, ты ничего не можешь сделать. Идите наверх сейчас же. Джорджи! Джорджи! А вы были сорванцом? Да, наверное. Был. Это было в тот год, когда я случайно выключил электричество по всего города. Только через 3 дня удалось все починить. Я так и не получил эту удочку. Пойдемте, нужно идти. Мы уже закончили? Нет, еще нет. Эй, это же я. Хороший способ провести канун Рождества, верно?
Тебе повезло с ней, Уилсон. Да, повезло. Точно. Жаль, что ты этого не ценишь. Счастливого Рождества. Я не знал. Нет, не знал. Что же мы будем делать, Генри? С повреждениями сегодня и коллекцией марок и всем остальным. Мы должны мистеру Уилсону 40 тысяч долларов. Даже 45 тысяч. Но кто уже считает? Они действительно должны мне эти деньги. Этот ребенок причинил мне большие убытки. Это правда. Бедный Деннис. Он так хочет этот велосипед. Я знаю, дорогая, мне очень жалко, но у нас нет денег. Он будет так огорчен. Я знаю, он непослушный, но он хороший мальчик, и ни один ребенок не заслуживает огорчения на Рождество. Нам придется продать дом, да? Было бы неплохо купить дом поменьше. Уютный. Что? Главное, что мы вместе, остальное неважно. Ты можешь что-то сделать. Если семья Митчеллов переедет, они заберут Денниса с собой. Разве ты этого не хотел? Мистер Уилсон прав, Раф. Я мучитель, я плохой. Ты слышал мистера Уилсона? Санта-Клауса не существует. Если он так сказал, значит, это правда. Я не получу свой гоночный велик. Джек выиграет завтра, а я проиграю. Ты знаешь, Раф, Рождество — это так тупо. О, нет. Слово на букву «Т». Он сказал слово на «Т». Это плохо. Это очень плохо. Плохо. Мы невидимые, ты помнишь? Но не неосязаемые. Слушай, я все понял. Я скряга, а ты призрак Рождества. Ты должен преподать мне урок. И так далее. Но этот мальчик, он так страдает. Это должно закончиться. Прямо сейчас. И еще нет. Ну и где мы сейчас? Это что, будущее? Счастливого Рождества всем жителям! Переработанный воздух будет доступен завтра бесплатно для всех жителей, как подарок от наших любимых президентов-близнецов Мэри Кейт и Эшли! Что это за запах? А, это они начали добавлять в воздух защитное средство от солнца с фактором 800 где-то в 2019 году. Думаю, нужно было слушать президента Гора. О, нет. Это что, мой дом? Да, ты жил здесь со своей женой, пока она не умерла. Упокой, Господи, ее душу. Потом жил ты один, здесь. Без семьи. Без друзей. Ты всех отталкивал. И в конце концов остался ни с чем. Выглядит так одиноко. Так и есть. Это же дом Митчеллов. Почему он не украшен? Yeah.
Убирайся отсюда. Но мистер Митчелл, сейчас же канун Рождества. Я сказал тебе, я не хочу гирлянду. Я не хочу огоньков, я не хочу никаких украшений. Я не люблю Рождество. Что случилось с Генри? Позорный капитализм. В худшем проявлении. Почему он такой злой? Элис и Генри продали дом в 2007 году, так как должны были тебе кучу денег. Генри устроился на вторую работу, так же, как и Элис. Их жизнь больше не была такой, как прежде. Деннис всю жизнь клялся, что купит этот дом обратно. Это была его цель в жизни. Он поступил в колледж, получил стипендию для скейтбордистов, получил действительно хорошую работу в страховой компании. Ну вот, через тернии к звездам. Но какой ценой? У него никогда не было семьи, не было детей, почти не было друзей. И где же он сейчас? Мистер Уилсон, это не Генри Митчелл. Деннис? Его дух Рождества был разрушен еще тогда. В тот год, когда вы сказали ему, что Санта-Клауса не существует. Нет, нет. Мы должны что-то сделать. Не нужно лишних слов, мистер Уилсон. Деннис, это я. Бросьте, уже поздно. Забудь все, что я тебе сказал. Я был неправ. Я был неправ. Рождество — это не глупость, нет. Пожалуйста, Деннис, послушай. Послушай меня. С Рождеством, Джордж Уилсон. Деннис. Где я? Пытаюсь продать вам эти крылья. Это настоящие крылья. Осталось только 7 пар. Только 7. И они уходят на расхват. Купите эти крылья. Ангелы пытаются дать вам их, чтобы вы могли летать. Деннис, посмотрите на эти гусиные перья. Настоящие гусиные перья. Это не подделка. Такое не найдешь в китайском квартале. Вы понимаете меня? Счастливого Рождества, мистер Уилсон. С любовью, ваш лучший друг Деннис. Вот, я нарисовал вам открытку. Мистер Уилсон, простите меня за все. Вы уже чувствуете дух Рождества, мистер Уилсон? Чувствуете? Рождество. У меня много дел. Счастливого Рождества! Счастливого всем Рождества! Счастливого Рождества! Всем счастливого Рождества! Да! Да! Будешь кофе, дорогая? Да, Генри. Да? Генри! Что? Генри! Что? Ничего себе! Не может быть! Он принес его! Он принес его! Санта-Клаус существует! Это ты? Нет, это ты? Нет. Санта-Клаус? Не возражаете, если я войду? На улице так морозно. Так, это список ваших мне долгов. Послушайте, мистер Уилсон, я же сказал, что мы все заплатим. Я собирался... Что вы делаете? С Рождеством, Генри, с Рождеством. С вами все в порядке? Элис, дорогая, я никогда не чувствовал себя лучше, чем сегодня. А как же деньги? Пункт о Деннисе, забудьте об этом. Я позвоню в школу, они мне обязаны. Посмотрим, что они скажут. Спасибо, мистер Уилсон. Джордж, да что там?
Можете называть меня Джорджи. Джорджи. Мистер Уилсон, смотрите, я получил велосипед. Санта подарил мне велосипед. И правильно сделал. Ты заслужил его. Ты был очень хорошим мальчиком в этом году. Ты очень хороший человек. Очень хороший, Деннис Митчелл. И я очень рад, что знаком с тобой. С вами все в порядке, мистер Уилсон. Деннис, со мной все в порядке. Я чувствую себя грандиозно. Ну что, с Рождеством. С Рождеством. Хо-хо-хо. Джордж. Джордж, я так долго спала. В нашей гостиной рождественская елка. Джордж. Ну, что скажешь? Джордж, тебе не следовало этого делать. Конечно, следовало. Мне следовало это сделать давным-давно, Марта. И если ты обещаешь простить меня за то, что я был старым ворчуном, я обещаю, что возмещу тебе все потерянные праздники. Джордж, они никогда не были потеряны. Старый ты ворчун. Мы были всегда вместе. И это все, что мне было нужно. Я хранила это на твой день рождения, но раз уж сейчас Рождество... Ты как-то упомянул это давным-давно. Замечательная удочка, Фредди. Смотрите, в моих комиксах есть картинка. Замечательная удочка, Фредди. Правда, отличная. Марта, где ты ее нашла? Деннис рассказал мне, как делать покупки через интернет. О, Марта, что я хочу, так это быть всегда рядом с тобой. Здорово. Хорошо, так, слушай меня. Назад! Ты поедешь туда и победишь пацана Митчелла, понял? Да. Что? Не слышу тебя. Да. Посмотри на меня. Братчеры не проигрывают. Никогда. Ты понял? Понял. Скажи это. Братчеры не проигрывают. Если ты не придешь первым. Ты кто? 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 Неудачник. Хорошо. Теперь ты поедешь туда и покажешь ему, кто самый быстрый парень в городе. Да. Хорошо, сынок. Езжай аккуратно. Сделай все, что можешь. И помни, не важно, что случится, ты всегда победитель. Спасибо. Хорошо. Удачи, Деннис. Может, ты не проиграешь? Деннис, ты должен победить этого мальчишку для всех нас. Ты можешь это сделать. Я знаю. Я верю в тебя. Ничего себе. Неважно. Хорошо. Гонщики, на старт. Первый, кто доедет до конца улицы и обратно, победитель. На старт. Внимание. Марш. Давай, Деннис. Давай. Не будь неудачником. Давай. Давай, Деннис, давай. Ты можешь это... Давай, Деннис. Давай. Быстрее. Сделай его.
Постарайся, сынок. Не будь неудачником. Яблоко падает недалеко от яблони. Неудачник. 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 Деннис, Деннис. Деннис. Деннис, давай. Да. Вот так, молодец. Это мой мальчик. Вот как братчеры это делают. Молодец. Каков мой парень. Мой мальчик выиграл. Да, вот так, дружок. Вот как братчеры это делают, дружок. Ты победитель. Победитель. А тот парень... Молодец, Деннис! Он неудачник, скажи это. Скажи. Неудачник. Поехали домой. Ты супер! Ну, сынок, я знаю. Ты сделал все, что только мог. Пойдем куда-нибудь и выпьем горячего шоколада. Я буду через минуту, папа. Хорошо, дружище. Ты позволил ему выиграть, правда? Это то, что ему было нужно больше, чем мне. Эй, Митчелл! Спасибо. С Рождеством, Джек. С Рождеством, Митч. Деннис. Снег! Пошел снег! Я знал, что пойдет снег! Снег! Снег идет! Как я люблю счастливый конец! Хо-хо-хо! Хорошо, хорошо, я иду. Посмотрите, какой снег. Я не видел такого снега с детства. Я сейчас вернусь. Холодно сегодня. Морозно, да? Да. Угощайся. Нет, я... Да ладно тебе, братчер. Спасибо. Поздравляю с победой в гонке. Джордж, пригласи его. Я сейчас вернусь, только стряхну снег с кустов.
Thank you.